Шестые спортивные игры детского сада «Кристаллик» завершились в Бердске. Торжественное закрытие состоялось в спорткомплексе «Вега». Наша съемочная группа побывала на церемонии. Завершились шестые спортивные игры детского сада «Кристаллик». Ежегодно они собирают около 200 родителей и более сотни детей. Участники состязаются в различных дисциплинах. Это такая олимпиада в миниатюре. Игры шли целый месяц на нескольких спортивных площадках. Так, на льду арены 300 в Искитиме проходила эстафета и турнир «Хоккейный снайпер». В спорткомплексе «Вега» в Бердске состязались баскетболисты в таких дисциплинах, как бросок на точность и стритбол, плавание, настольный теннис, футбол, прыжки в длину и со скакалкой, силовой гимнастический подъем. Все придумано для того, чтобы участники смогли проявить себя. Заключительная церемония состоялась в спорткомплексе «Вега». Игры делают семьи крепче, а детишек и их родителей сильнее и здоровее, отметила директор «Кристаллика» Анна Голубева. Мы захотели создать такое движение, так скажем, да, где каждый родитель смог бы действительно, как я сказала уже, проявить себя. И главное быть нужным, важным команде, то есть командный дух, где мы могли бы вот соединить и собрать. И главное, что это хороший пример нашим детям. Это самое главное. Вот игры проходят серьезные, интересные, а наши дети вместе с родителями рядом, они находят в этом место, и они живут, дышат этим. Родители и участники состязаний и болельщики к идее игр относятся с энтузиазмом. Многие давно дружат со спортом, посещают секции и предпочитают активный отдых. Наш папа за нашу группу выиграл настольный теннис. Сегодня будет нести флаг от нашей группы, поэтому мы болеем. Да, мы достаточно спортивные, мы даже на семейных больших сборищах устраиваем какие-нибудь небольшие турниры, то в футбол играем, то в дартс кидаем. Ну а так по возможности ходим в спортзал, папа занимается настольным теннисом. Надеемся, что малышку тоже потом к чему-нибудь привлечем. По словам Анны Голубевой, «Кристаллик» – это самый спортивный детский сад в городе. Наш детский сад с уверенностью можно сказать, что является спортивным детским садом, так как все дети, все воспитанники, это 80%, за исключением малышей двухлеток, занимаются в различных секциях. Также точно мы убедились в том, что наши родители как раз тоже такие же активные. У нас пассивных родителей нет. Семья Коротковых была признана самой активной семьей игр. В команде Коротковых не только мама и папа, но и двое старших сыновей. А всего детей в семье пятеро. Потому что мы принимали во всех видах спорта, какие были организованы. Очень довольны, он очень счастлив, что проводят такие масштабные соревнования для детей, родителей. На церемонии закрытия игр была не только торжественная и развлекательная часть, но и соревновательная. А когда все спортивные баталии остались позади, команды в составе детсадовских групп и родителей получили призы, замечательный спортивный инвентарь. А главной наградой победителям стал большой переходящий кубок.